что-то 150. Главное делать цель, которую вы действительно знаете и можете заработать. Сейчас мы покажем, я покажу этот ритуал, как мы делаем. Снова всем привет. Как говорится, мне вот в данный момент не нашлось на этот ритуал, кроме 100 рублей. Но не бойтесь. Главное то, что ритуал действует не обязательно, как у купюра, а то, что он действует и как он делается. Я вам сейчас расскажу. Возможно, вам понравится, возможно, вы скажете комментарий, что это неправда и все остальное. Но главное, что я это делаю и показываю. Зажигаем свечу. Свеча в каждом ритуале практически обязательно. Что мы делаем? Для того, чтобы нам начать пополнять свои запасы даже 100-рублевыми деньгами, мы делаем такие вещи. Мы не читаем молитвы. Мы просто начинаем мыслить, закрывая глаза. Мы начинаем мыслить о том, что эти деньги начинают прибавляться. Мы начинаем собственную медитацию, что деньги — это, в общем-то, материализм. И поэтому, когда мысли говорятся материально, каждый говорит, но не осознает этого. Вы думаете, почему? Кто выпивает, всегда думает о том, что как бы где достать выпить. И он всегда этого достает. Но почему бы не задуматься о том, что как достать деньги просто на какую-нибудь вещь. Если вы об этом когда-нибудь задумались, у вас появились деньги, вы подумайте о том, что это все работает. Поэтому сейчас, в данный момент, мы медитируем о том, сколько мы можем зарабатывать. Медитируем, что у нас уже пополняется не 100 рублями купюрами, а 5000 купюрами. Но в данный момент мы не можем концентрироваться о том, что 5000 купюра, потому что у нас сейчас лежит 100-рублевая купюра. Поэтому мы медитируем на 100-рублевую купюру. Я сейчас не буду показывать, собственно говоря, как это делается. В остальных роликах я это делал. Поэтому сейчас, в данный момент, ваша задача — медитировать, закрывая глаза. Вы сидите на стуле, представляете, как к вам приходят эти денежные средства, как вы можете заработать
50, 100 тысяч. Главное задать задачу вашего подсознания. Но не перебивайте задачу своего подсознания. Вы должны задать сначала выполнимую задачу. Если вы ставите миллионы, 500 тысяч и тому подобное, вы никогда не сможете заработать о том, потому что подсознание будет говорить: я не могу этого сделать, из-за того, что вы сомневаетесь в том, что вы можете это заработать. Вы, конечно же, можете это заработать, но не сейчас. Поэтому попробуйте сначала минимальные ставки делать, которые вы действительно знаете, что и осознаете, что вы можете это заработать. Вот так работает система. Вот так вы можете достичь успеха. Конечно, многие скажут, что это все неправда. Это понятно. Но кто думает, что это действительно работает, пробуйте и делайте. А кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В скором времени у меня будет 500 подписчиков, а это значит, что я в следующей неделе буду делать прямой эфир. Какой будет прямой эфир? Конечно же, вы посмотрите в группе, запишитесь, Одноклассники. Пока я в Одноклассниках. В дальнейшем, точнее не в Одноклассниках, ВКонтакте. Потом, может быть, будет и в других соцсетях. Если вам, конечно, захочется это. Поэтому всем удачного заработка. А я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Крутой.